15 миллионов разовых доз тяжелого синтетического наркотика не дойдут до потребителя. В Ивановское управление наркоконтроля поступило заявление от жителя областного центра с координатами места хранения наркотического средства. В указанном месте в куче бытового мусора обнаружен пакет. В нем злоумышленники хранили наркотическое средство – карфентанил, общей массой почти 310 граммов. В пересчете на условные разовые дозы это составляет порядка 15 миллионов. Возбуждено уголовное дело. Организатору тайника с наркотиком грозит до 10 лет лишения свободы.